Приветствую вас на канале Ароматы Казана. Сегодня мы вместе с вами будем выполнять просьбу подписчицы Елены, которая попросила меня приготовить самый популярный перекус в Советском Союзе. Но это, конечно же, были у нас чебуреки. Мы с радостью постараемся выполнить эту просьбу. Что такое чебурек? Это блюдо в виде жареных пирожков. Имеет форму полумесяца, мясную начинку, пресное тесто и обжаривается в масле. В Советском Союзе их делали в чебуречных, что и стало неотъемлемым атрибутом советского общества. Огромную популярность приобрели у народов Кавказа, в странах Средней Азии и в странах СНГ. Что нам для этого понадобится? Мы сейчас посмотрим. Для теста нам понадобится 500 грамм муки, 3 столовые ложки масла, 20 грамм соли. Кипяток крутой, 300 грамм, у нас будет заварное тесто. Для фарша луковица, соль, перец и 0,5 килограмма фарша. Здесь свино-говяжий домашний фарш. Сейчас мы замешаем тесто. Поставим его в холодильник минут на 30. Дальше мы распалим костер и займемся нашим фаршем. Ну что, замахнемся на святое. Тесто наше в холодильнике, мы сейчас займемся фаршем и костром. Мелко нарежем луковицу, отправим в фарш. Дальше присолим и приперчим по вкусу. История говорит, что... Сейчас подброшу. История говорит, что чебурек к нам пришел из древних времен Средней Азии, из узбекской кухни. Еще одна версия говорит, что это турецкий продукт. Ведь турки считают чебурек своим национальным блюдом. Ведь они первые стали использовать мясную начинку в тесте и обжаривать его в масле. У нас в Советском Союзе чебурек приобрел популярность в советское время, когда стал воплощением идеального перекуса.
сейчас займемся формированием наших чебуреков. Где-то грамм по 50, по 60 будем резать маленькие шарики и раскатывать их, и закладывать туда наш фарш. Но вы сейчас все увидите. Вот что у нас сегодня получилось. Очень сочные и аппетитные чебуреки. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ароматы Казана». Всем приятного аппетита! Кстати говоря, я приобрел диск от Бараны. И если есть желание, напишите в комментариях. Мы снимем отдельное видео, как я буду делать садж. И мы потом в нем что-нибудь приготовим. Ну все, до новых встреч, друзья! Будем готовить. Хорошо. К нам чебурек. Напутал. Правим его в холодильнике. Его. Ну что, займемся? Давай.